Всем привет, легендарные внучата, вы находитесь на канале Бабка Шоу, и это рубрика «Все вещи в Роблоксе». Это уже 9-я часть всех вещей в Роблоксе 2023 года, рубрика, в которой мы получаем каждую бесплатную вещь в Роблоксе, и всего в сумме у нас в финале должно получиться около 1000 вещей к концу 2023 года. Так что обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк перед началом этого видеоролика, чтобы не пропускать новые видео, ну и давайте начинать этот видеоролик с получением бесплатных вещей. Погнали, легендарные внучата. А вы знали, что пристань робуксов сделала курс еще выгоднее? Теперь вы можете купить робуксы по цене 1 рубль 3,4 робукса. Дешевле вы просто не найдете. Но очень важно, что у них новая ссылка на сайт robuxpier.gg. Сайт работает уже более 4 лет. Тысячи довольных пользователей убедились в его надежности. Поэтому, ребята, переходите на сайт пристани робуксов только по новой ссылке в закрепленном комментарии robuxpier.gg. Покупайте самые дешевые робуксы только тут. Первый ивент, в который мы сегодня зайдем и будем получать бесплатные вещи, называется Vans World. Давайте прямо сейчас не будем медлить. Все ссылки обязательно на каждый ивент я оставлю в описании. Поэтому для того, чтобы вам было удобнее, просто спускайтесь в описание и переходите по ссылке сразу на ивент. Нажимаем на кнопку Play и расскажу, что нужно делать здесь, чтобы получить бесплатные вещи. Итак, друзья, вот я уже и зашел в игру, и давайте расскажу вам, что понадобится делать. Во-первых, самое важное, что нужно знать, это как достать скейт, чтобы быстрее передвигаться по этой игре. Для этого нужно будет нажать на кнопочку Т и активировать маунт. Вот такая вот кнопочка. Теперь, собственно, можно кататься на скейте и так гораздо быстрее передвигаться по этой карте. На самом деле все очень просто. Вот сейчас, видите, вот здесь находился у нас спавн. Вы проезжаете по спавну вот таким вот образом вдоль и увидите здесь просто голубя. Забираете его, и сверху у вас появится отчет 1 из 15. Для того, чтобы нам получить бесплатную вещь, понадобится найти 15 голубей по всей карте этой игры. Давайте сейчас вам покажу, как это делается. Второй голубь находится у нас вот здесь, собственно, мы к нему с вами приехали. Забирайте, он сидит в кинотеатре, чилит. Теперь я снова вернулся к тому же месту, где съехал вниз, и давайте покажу, где находится еще один следующий голубь, он тоже находится в этих катакомбах. Поехали, сейчас покажу. Этот голубь находится вот здесь, это, короче, какая-то столовка, и сидит он за вот такой барной стойкой. Его тоже будет необходимо забрать. В общем, забрали. Это все голуби, которых здесь можно было собрать, поэтому теперь самое время выезжать отсюда и ехать за другими голубями в других локациях. Следующий голубь находится возле вот такого вот дерева сакуры. Прямо сейчас его забираем. Для наглядности снова вернулся на спавн и сейчас покажу следующего голубя. А вот и наш следующий голубь, ребят, находится он в таком символическом достаточно месте, прямо возле статуи голубя. Забирайте его, подойдя просто к нему. Далее, прямо сейчас едем за мной, и я покажу, куда нужно ехать дальше. Еще один голубь находится здесь, мы его тоже с вами забираем, вот на таком вот балкончике ван. Следующего голубя тоже очень легко отсюда увидеть, спрыгиваем с этого балкона, короче, проезжаемся немного и увидите его вот здесь, он будет сидеть, короче, внизу вас ждать. Забирайте следующего, уже 7-го по счету, кстати, голубя. После этого снова следуем за мной.
Еще один голубь находится в парке, его мы тоже с вами забираем, и это уже 8-й голубь по счету. А вот один из голубей, сидит он на мосту, его вы тоже забираете. Подходите к нему и просто берете. Совсем позабыл, где находился этот голубь, но он нашел. Находился он вот здесь, друзья, вот в такой вот какой-то канаве. Забирайте его, бедный голубь в канаве сидит. 10 из 15 найдено. Снова следуем за мной. Еще один голубь, друзья, сидит в таком вот гараже. Его вы тоже забираете. 11 из 15 найдено. Вот такой вот голубь, вы его тоже берете. Кстати, здесь, друзья, есть еще одна бесплатная вещь недалеко, поэтому давайте к ней мы прямо сейчас проедем, потому что я помню, где она находится. Просто вот прямо отсюда, короче, стартуете, где мы забрали с вами последнего голубя, и едете за мной. По левой стороне вы должны увидеть зонтик, который немножечко отличается от других зонтов, он будет просто подсвечиваться. А вот и он, его на самом деле очень легко найти, давайте я сейчас пройду на пляж и его заберу специально для вас. Это еще одна, кстати, бесплатная вещь из этого ивента. Забирайте и все, у нас теперь есть вот такой вот зонтик, он абсолютно бесплатный. Недалеко от этого зонта есть еще один голубь и найти его тоже вообще не составит никакого труда. Сидит он здесь, давайте мы его сейчас заберем. Так, как здесь слезть с этого скейта, все, слезли и забираем еще одного голубя, 13-го по счету. Тут нам понадобится заехать вот в такой вот дом голубого цвета, его вы тоже легко сможете определить. Вот так сюда заезжаете и тут сможете найти, короче, голубя в одном из желобов. Постоянно я вообще не умею на самом деле ездить на этом скейте, я постоянно об что-нибудь здесь задеваю, что-нибудь дергаю. Голубь, я думаю, вы уже заметили, находится на платформе и вы можете спросить, как же на него залезть. На самом деле это делается достаточно просто, берете скейт, поднимаетесь на второй этаж, это обязательно нужно сделать, и далее просто пешочком проходите и забираете этого голубя. Можно это, конечно, сделать и на скейте, но что-то мне как-то вот пешочком, знаете, безопаснее гораздо. Как-то вот просто комфортнее. Комфортнее. Вот. Вот таким вот образом доезжаем и забираем нашего голубя. 14 из 15. Ну и 15-й голубь, ребят, находится недалеко. Давайте я вам сейчас покажу. Находится он на пристани. Прям вот недалеко отсюда. И до него вы сможете легко доехать с помощью моего видеоролика. Ну и без помощи моего видеоролика вы тоже бы до тут доехали. Вот и это самая пристань, друзья. 14 из 15 голубей. Подъезжайте, забирайте голубя и получайте бесплатную вещь. Хоп! Все, ребята, мы получили с вами вот такую вот бесплатную вещь в виде нашего голубя. Две вещи получены из этого ивента, пойдемте к следующему. Далее мы с вами будем проходить ивент, который называется Битленд. Очень интересный ивент по своей структуре, потому что тут есть очень много бесплатных вещей, поэтому давайте заходить сюда и расскажу вам, как получить много бесплатных вещей в ивенте Битленд. Появились мы с вами в этом ивенте, и сейчас я расскажу, что здесь нужно делать. Сверху вы видите валюту, а именно вот такие вот бикоины, их нужно будет, ребята, здесь зарабатывать. Зарабатывать вы можете их тремя способами. Я это ранее, конечно, рассказывал, но давайте расскажу еще раз. А именно, ребята, у вас здесь есть вот такие вот непосредственно желтые круги, и в них написано «работа». В нашем случае городской уборщик. Вы, например, принимаете эту работу, у вас появляется стрелка, и все, что вам понадобится, это очищать, мыть окна по всей карте. Работы есть разные, каждая приносит определенные монеты. В нашем случае сейчас мы получили 25 монет. Идем к следующей
точки и получаем еще монеты. И так, ребята, мы с вами зарабатываем как можно больше монет. Если у вас будет очень много друзей на карте, например, 10 друзей, это будет 100% бонус, вы сможете зарабатывать монеты в 2 раза быстрее, ровно в 2 раза за 10 друзей на карте. И чтобы 10 друзей у вас появилось, вы просто берете и добавляете абсолютно всех на сервере, 10 добавляется, и автоматом у вас бонус появляется в 10 раз, то есть вы непосредственно будете быстрее зарабатывать ваши монеты на этой карте. И вы также можете спросить, для чего же нужны монеты. Тут есть вот такой вот магазин, вот тут написано такая вот Т, заходите в этот самый магазин, и как видите, тут есть бесплатные вещи, сейчас покажу какие. А именно, ребята, 5G крылья, вот такая вот просто обалденнейшая вещь, вот она, ребят, 500 всего лишь она стоит монет, 500 монет заработать очень быстро, минут 10, наверное, понадобится. Далее, вот такой винтажный телефон, но он вроде бы за робуксы. Еще какая-то вещь тоже за робуксы, по-моему, вот она, одежда Хисоки, они, оказывается, платные. Шок, ребята, шок! Теперь есть еще один здесь магазин по карте, давайте я вам его покажу. Там тоже можно купить бесплатные вещи, поэтому давайте мы в него сейчас прям с вами побежим. Вот этот магазин, здесь написано такой вот символ нарисованный. Вы в него заходите, и тут есть куча классных вещей, которые вы можете себе купить. А именно, давайте посмотрим, тут у нас есть 3 вещи. Вот такой вот бумбокс за 450 наших монет. Шапка лягушки, которую я себе купил за 400 монет. И вот такая вот какая-то штука за спину за 350 монет. То есть 3 бесплатные вещи здесь можно еще получить, плюс одни крылья, итого 4 бесплатные вещи. Плюс одна эмоция в виде танца. Ивент очень крутой, думаю, это того стоит его пройти, потому что много бесплатных вещей, и ивент очень быстро проходится. Обязательно проходите, смотрите полное прохождение на моем канале, ссылка вылезет сверху. Если сверху не вылезет, то есть в описании, обязательно оставлю. Все, переходим к следующему ивенту. Ивент называется McLaren F1 Racing Experience. Это, наверное, самый простой ивент, который вообще есть в мире. Что же, вы спросите, нужно делать для того, чтобы получить вещи в этом ивенте? Нужно на него просто зайти. Это же вообще какой-то капец. Но на самом деле все не так просто. Во-первых, вам нужно будет зайти на этот ивент McLaren Formula One Team. Когда вы здесь прогружаетесь, у вас прогружается непосредственно ваша игра, и вам нужно немножечко подождать, пока вас перекинет в эту самую карту. Когда вас в карту перекинуло, вы пробегаете вперед вот таким вот образом. Далее поворачиваете налево. Далее проходите немного вперед. И тут есть бесплатные пункты. А именно 2 бесплатных шлема. 2021 шлем и 2021 шлем, открытый козырек. 2 вот таких вот шлемчика себе забирайте, бесплатные, очень быстро этот ивент проходится. Ну и, друзья, огромнейшее спасибо хотелось бы вам сказать за просмотр этого видеоролика. Это, как я уже вам и говорил, была 9-я часть всех вещей в Роблоксе. Сегодня мы прошли достаточно интересные ивенты, получили некоторые бесплатные вещи. За просмотр вам хочу сказать огромнейшее спасибо и надеюсь, я был вам полезен и хотя бы чем-то вам помог. Огромнейшее спасибо, гудбай, легендарные внучата. Всех целую, всех обнимаю, всем пока.